Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки. Для тапочек я использовала пряжу двух цветов, акрил 100% 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3,5. Тапочки вяжутся лицевой гладью и двухцветным узором. Сначала вяжется верхняя часть тапочек одним полотном, а потом подошва и задник. На спице сиреневой ниткой набрала 44 петли. И первых 16 рядов буду вязать лицевой гладью. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. Провязала 16 рядов лицевой гладью. В конце 16 ряда набираем дополнительные 8 петель. Набрала дополнительные 8 петель. Следующих 4 ряда буду вязать лицевой гладью. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Так вяжем еще 4 ряда. Провязала еще 4 ряда лицевой гладью. Вместе у меня провязано 20 рядов. Следующих 24 ряда буду вязать двухцветным узором. Вяжем 21 ряд, первый ряд узора. Вяжем сиреневой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Двадцать второй ряд, второй ряд узора. Продолжаем вязать сиреневой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда провязываем все петли изнаночные. Двадцать третий ряд, третий ряд узора буду вязать серой ниткой. Первая петля кромочная. И дальше вяжем раппорт. Одну петлю снимаем, нить за работой за заднюю стенку. Одна петля лицевая. Провязала раппорт и снова повторяем. Одну петлю снимаем, нить за работой, петлю снимаем за заднюю стенку, разворачивая ее. И одна петля лицевая. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Одну петлю снимаем. Одна лицевая. Снимаем. Одна лицевая. Провязала 23 ряд. 24 ряд. 4 ряд узора продолжаю вязать серой ниткой. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт.
1 петля лицевая, 1 петлю снимаем нить за работой. Провязала раппорт и снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем нить за работой. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Лицевая, снимаем петлю, нить за работой. Лицевая, снимаем петлю, нить за работой. Провязала 24 ряд, 25 ряд. Продолжаю вязать серой ниткой. Первая петля кромочная. И дальше до конца ряда вяжем все петли ряда лицевые. Провязала 25 ряд. Следующий 26 ряд продолжаю вязать серой ниткой. Вяжем 6 ряд узора. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем все петли изнаночные. Провязала 26 ряд, 6 ряд узора, 27 ряд, 7 ряд узора буду вязать сиреневой ниткой. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем за заднюю стенку, разворачивая нить за работой. Провязала раппорт и снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем за заднюю стенку, нить за работой. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Лицевая, 1 петлю снимаем. Лицевая, 1 петлю снимаем. Провязала 27 ряд, 7 ряд узора, следующий 28 ряд, 8 ряд узора буду вязать сиреневой ниткой. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем нить за работой. И снова повторяем, 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем нить за работой. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. 1 лицевая, 1 петлю снимаем нить за работой. Лицевая, снимаем петлю нить за работой. Провязала 28 ряд. 8 рядов узора у меня связано. Следующих 16 рядов буду вязать по схеме предыдущих 8 рядов, повторяя схему из 21 по 28 ряд. Провязала еще 16 рядов узора. Следующих 5 рядов буду вязать сиреневой ниткой, лицевой гладью. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Из 45 по 49 ряд вяжем лицевой гладью. В 50 ряду закрываем 21 петлю. В начале ряда закрываем 21 петлю.
закрыла 21 петлю, оставшиеся на спице 31 петлю провязываем изнаночными петлями. До конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 50 ряд. Следующих 2 ряда буду вязать сиреневой ниткой лицевой гладью. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Провязала 32 ряда лицевой гладью, закрываем все петли. Закрыла все петли. Вот такое полотно для тапочек у меня получилось. Дальше буду вязать подошву. Складываем изнаночной стороной полотно. И нужно сшить вот эту сторону. Сшила. Вот такое полотно у меня получилось. Дальше буду по нижнему краю набирать петли. Петли начинать буду набирать с этого угла и вот так. Петли буду набирать сиреневой ниткой. Набираем петли. Набрала по краю петли, у меня получилось 126 петель. И провязываем один ряд сиреневой ниткой изнаночными петлями. Провязала один ряд изнаночными петлями, следующий ряд вяжем первая петля кромочная и 57 петель провязываем лицевыми петлями.
провязала 58 петель вместе с кромочной. На следующих центральных 10 петлях буду вязать подошву. Подошву буду вязать лицевой гладью. Вяжем первый ряд. 9 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 9 петель, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Разворачиваем. Вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. 8 петель изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Третий ряд. Первая петля кромочная. 8 петель лицевых. Провязала 9 петель вместе с кромочной. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. 8 петель изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряд. Разворачиваем работу. И так продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 10 петель. Лицевые ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 8 петель изнаночных и 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала подошву и задником. У меня осталось 10 петель. Закрываем все петли. Закрыла все петли, вот такие тапочки у меня получились.